IT-отрасли в России в начале большого пути. Выбирая будущее образование, важно ориентироваться на востребованность профессии через 5-10 лет. Все, что связано с IT, дает широкие карьерные возможности, высокую заработную плату и государственные гарантии в будущем. Высокотехнологичное образование в этой сфере для школьников 10-17 лет предлагает детский технопарк «Кванториум Саров». Всего в детском технопарке 10 инженерно-технических направлений. Все они направлены на развитие IT-отрасли нашей страны. Кванторианцы учатся работать на новом современном оборудовании, изучая новейшие технологии. Особой нашей гордостью являются наставники – молодые заинтересованные инженеры. Обучение в IT-квантуме направлено на изучение языков программирования – Python, Scratch, C++, базовых алгоритмов программирования, веб-разработки, Big Data. Кроме того, здесь ребята знакомятся с компьютерным зрением и искусственным интеллектом. Один из интереснейших проектов IT-квантума – это программируемая роборука. Искусственный интеллект управляет фалангами пальцев так, что они полностью повторяют движение кисти человека. Наши ребята назвали с юмором этот проект «Пельменехватателем». Но за этой детской работой скрывается огромный потенциал развития мирового протезирования в целом. Промробоквантум – это место, где можно собрать и запрограммировать робота для любых целей. Робот-уборщик, спасатель, автоматизированная канатная дорога, роботизированное пианино – все это малая часть уникальных проектов этого направления. Робоквантум уникален тем, что здесь можно создать не просто игрушку, но и прототип общественно полезного робота. Вот яркий пример – робот-спасатель, созданный нашими ребятами в период лесных пожаров и задымления. Этот проект был очень высоко оценен экспертным сообществом, и сейчас наша команда готовится представить его в рамках международной выставки юных изобретателей в Индонезии. Хай-тек-цех открывает для школьников возможности научиться работать как на высокотехнологичном оборудовании, так и с помощью ручного инструмента. Ребята осваивают 3D-принтеры, плоттеры, программируемые станки, аэрограф, лазерный гравер. Ребята создают какие-то простые, но очень важные вещи для себя, для своей семьи и для кванториума. В процессе работы они осваивают очень важное оборудование, такое как 3D-принтер, станок с ЧПУ. Это оборудование используется на градообразующем предприятии. Одно из ведущих направлений детского технопарка – геоинформационные технологии. В геоквантуме ребята занимаются проектированием виртуальных карт местности, создают 3D-карты и погодные приложения. Здесь мы с ребятами можем создать виртуальный тур в любой уголок мира, где бы вам хотелось побывать. В работе мы используем квадрокоптеры, 3D-моделирование, данные гидрометцентра и многое другое. Обучение в детском технопарке – прекрасная возможность для школьников Сарова построить индивидуальную образовательную, а затем карьерную траекторию. Все занятия в кванториуме бесплатные. Чтобы узнать подробнее о наших направлениях и записаться к нам на новый учебный год, приходите к нам 18-25 августа на Дни открытых дверей.